24 июля в 2008 году в детской областной больнице появился на тот момент единственный в России цифровой передвижной рентгенаппарат, что позволило быстро обрабатывать, хранить и пересылать снимки в электронном виде, а также снизить дозу облучения пациента и персонала. В этот день, в 2014 году, в Белгородской области в промышленном парке «Северный» был открыт завод по производству ветеринарных препаратов. Тогда был налажен выпуск витаминов и лекарств для животных и птиц самого широкого спектра действия. 24 июля 2008 года в Белгород приехали 36 бывших выпускников Белгородского ПТУ, ныне Политехнического колледжа. Все они граждане Вьетнама. В 1978 году техникум не только дал образование испуганным ребятам из разрушенного войной Вьетнама, но и стал вторым домом, помог освоиться в мирной жизни. А в 2009 году в Белгородской области стартовал подготовительный этап всероссийской переписи населения 2010. Вооружившись специальными бланками и ручкой, регистраторы отправились на поиски улиц и домов жителей области, чтобы вписать их в историю страны. 24 июля 2011 года в Новоскольском районе прошел первый открытый чемпионат по мотокроссу, собравший десятки спортсменов из Белгородской области, а также Курска, Воронежа, Волгограда, Тамбова, Харькова и Донецка. В том же году в Белгороде состоялся первый городской чемпионат по метанию мобильных телефонов. 200 участников, пользователи мобильников всех возрастов, соревновались в дальности, меткости и зрелищности метания телефонов. «24 июля в 2008 году в детской областной больнице появился на тот момент единственный в России цифровой передвижной рентгенаппарат, что позволило быстро обрабатывать, хранить и пересылать снимки в электронном виде, а также снизить дозу облучения пациента и персонала». В этот день, в 2014 году, в Белгородской области в промышленном парке «Северный» был открыт завод по производству ветеринарных препаратов. Тогда был налажен выпуск витаминов и лекарств для животных и птиц самого широкого спектра действия. 24 июля 2008 года в Белгород приехали 36 бывших выпускников Белгородского ПТУ, ныне Политехнического колледжа. Все они граждане Вьетнама. В 1978 году техникум не только дал образование испуганным ребятам из разрушенного войной Вьетнама, но и стал вторым домом, помог освоиться в мирной жизни. А в 2009 году в Белгородской области стартовал подготовительный этап всероссийской переписи населения 2010. Вооружившись специальными бланками и ручкой, регистраторы отправились на поиски улиц и домов жителей области, чтобы вписать их в историю страны. 24 июля 2011 года в Новоскольском районе прошел первый открытый чемпионат по мотокроссу, собравший десятки спортсменов из Белгородской области, а также Курска, Воронежа, Волгограда, Тамбова, Харькова и Донецка. В том же году в Белгороде состоялся первый городской чемпионат по метанию мобильных телефонов. 200 участников, пользователи мобильников всех возрастов, соревновались в дальности, меткости и зрелищности метания телефонов.